И опять 25. Очередную учительницу затравили в соцсетях и вынудили написать заявление по собственному желанию. Это свежая история из Красноярска, где, кстати, и так не хватает учителей. По данным, на прошлый год дефицит составлял около 300 педагогов. Но об этом чуть позже. Смотрите, как выглядит лицо совершенно счастливого человека, который отказался наконец-то от классного руководства. Вот классного руководства. Это два разных класса. Вот. Учительница физики выложила этот ролик себе в сторис после того, как отказалась от классного руководства. На видео наткнулись неравнодушные граждане и возмутились. Видимо, из-за того, что учительница позволила себе нецензурную брань. А, да, еще заодно они осмотрели профиль преподавательницы и нашли вот это видео. Делай все, что ты хотела, дай мне всю себя и все, что в тебе накипело, детка, дай мне свое тело. Ну тут уж извините, я все-таки тоже выскажусь, тут совсем все безобидно, на мой взгляд. Оголенная верхняя часть спины, ну серьезно? В общем, после этого всего учительницы кто-то начал еще и писать гневные сообщения в личку с обвинениями, ну во всех тяжких. Теперь в школе номер 153 города Красноярска нет учителя физики. Она написала заявление по собственному. А как я уже говорил в начале, замену найти сейчас ой как непросто. Учителей и так не хватает. Местные СМИ об этом неоднократно писали. Кстати, тем, кто вытравил учительницу из школы, особо никто спасибо не говорит, судя по комментам под этой новостью в местных пабликах. Я зачитаю, пожалуй, только один. Жалко девушку. Из-за недоразвитых родителей, которые суют нос не в свои дела, теряем учителей. Типа, по их логике, они всех проверяют, даже врача, к которому идут на прием. Идиотизм.